Вам мои приветствия, друзья-финальщики. Это часть номер 22 в нашем 100% прохождении 9-й финалки. Я там, как видите, качаюсь и буду еще качаться. Это несколько незапланированная часть, и все же я ее делаю. Объясню почему. Дело в том, что после публикации мной 20-й части, в которой мы с вами взяли лучший приз в лесу Чокобо, Робу Лордов, а некоторые из вас подвергли справедливому скепсису на то, что за 6-7 часов можно добыть такое количество очков. Ну вот, в частности, подписчик Дмитрий Гаус, да, подвергал многократной критике прямо в комментариях такой результат. И я обещал, что я покажу, сколько было отыграно игр. Дим, я хочу сказать, что я тебя прекрасно понимаю, очень-очень хорошо, потому что я сам ненавижу, когда в играх пытаются как-то там жульничать, смухлевать, ну, про читы я вообще не говорю, это выходит за все рамки, и потом что-то добытое нечестным путем подать так, как это добыто игровым путем. Именно поэтому я прихожу сейчас сюда в лес, мы сейчас посмотрим, какое количество игр было мной отыграно, но сперва я хочу провести 3 игры, давайте это сделаем, и я объясню после этого зачем. А пока что покопаем в 3 играх. Так. И вот первое сокровище есть. Царская зелень. Второе такое же. И получаем 10 секунд. Первые 4 предмета найдены. Скорее всего, это уже все. Нет, еще я успел там как-то зацепить их экран. И тем не менее, самые обычные предметы нам падали, и мы заработали всего лишь 10 очков за эту игру. Запишем этот результат. И проведем еще одну игру. Вот это очень хорошо, когда между поиском предметов у вас менее 5 секунд тратится, и вы получаете 5 дополнительных очков, то очки-то еще ладно. Самое классное, что от этого очень хорошо качается клюв Чокобо, друзья. Продолжаем. И вот смотрите, у нас остается 25 секунд и последний предмет. Удастся ли нам хорошо его найти или нет? Боюсь, что нет. Начинается вот этот самый тупняк. Вот это я называю тупняк, когда, знаете, вы нашли уже место, знаете, где предмет, и просто долбитесь десятками секунд. У меня было так, что я нашел 7 предметов, 30 секунд оставалось, я бью носом. Предмет здесь, вот кверх уже предмаксимальный. И я 30 секунд долбался, и так его и не вырвал. Я чуть джойстик не разбил. Так, ладно. Значит, в этот раз у нас получилось найти 8 предметов. И мы получаем за эту игру 128 очков. Записываем этот результат. Так, и давайте, значит,
третью проведем. Так, вы вообще решили меня в этот раз без предметов оставить после такого результата? Серьезно? Да как так? Да, 20 секунд на поиск первого предмета, это вам не шутки. Есть мягкость. У меня сейчас после такого поиска больше надо успокоительное. О, тупняк включился. Так, я это люблю. О, успокоительное, спасибо. Ай, забавно. Так, ну вот и все, друзья. Похоже, что это полный фейл в этой игре. Итого у нас тут получается всего лишь 3 очка. И теперь смотрите, что мы делаем. 10 очков, 128 очков и 3 очка. Давайте прибавим, это будет 131, 141. Теперь 141, 141 мы делим на 3, чтобы среднее количество получить. Это получается 47 очков. И смотрим количество игр. 345. Ну, еще вот 3 игры сейчас вошли, получается, в этот зачет. А всего было 342 игры мной сыграно. Значит, 47 умножаем на 343 и получаем 16 тысяч очков. Заметьте, что я не копал больше, у меня... А, ну да. Но это можно увидеть на видео, да, когда я захожу в лес первый раз, можно увидеть, что я больше не копал. То есть я взял робу-лордов, осталось какое-то количество очков, и они так и были. То есть, смотрите, получается 16 121 очко. Следовательно, учитывая, опять же, что эти две игры совсем фейловые были... Ну, это прям совсем. Обычно более лучшие игры. Это более чем достижимый результат. Ну, вот, видите, рекорд 284. То есть за игру можно так сыграть. У меня было, что я 3 игры подряд по 200 очков получил. То есть 600 очков сразу за 3 игры всего лишь. Понятно, что это в среднем. Понятно, что в начале, когда уровень клюва Чокобу не прокачан, там тяжелее это все. Именно поэтому в начале там меньший результат. Но потом я уже брал и по 200, и по 280 очков. Как бы... Это не точно то, что вот мои расчеты, но они очень приблизительно и очень красноречиво показывают, что это вполне достижимо. Собственно, вот так. Надеюсь, объяснил доходчиво. Хочется поблагодарить, что вы такие пытливые, вы настолько, ну прям высматриваете, это очень здорово. Я сам имею такой подход к играм. Поэтому... Все, надеюсь, ни у кого вопросов не остается. Я пошел дальше качаться. Мне сейчас надо, кстати, закупиться пухами Феникса. И я хочу сбегать в Линдлю, потому что подписчик... Давайте вместе это сделаем. Подписчик Александр Сергеевич писал, что вроде как после того, как сходили в грот, в Линдлюме уже нельзя подняться наверх. Это интересно. Но раз уж мы туда идем, то можно и, в принципе, лягушек половить. Так, сейчас... Проверяем сначала здесь. Я вот взял этот средний результат, да, который за эти три игры был. А ну-ка. Да, смотрите, такси не ходит. Да, ты был прав. Ты был прав. Такси действительно уже... Ну, это не такси, это механический транспорт. Он уже не ходит. Я что хочу сказать, что в итоге по такому результату у нас получилось даже выше, чем то количество очков, что я добыл. Но это и понятно, потому что Чокобо уже прокачан. А так... Так оно все отлично сходится. Я засел прям плотно, я писал в комментариях, что я позавтракал, сел просто и до обеда пока не налупил этих очков. Так, мы на болоте. О, тут уже все прекрасно у нас за время моей прокачки и моего копания. Ну давайте тогда еще что-то получим для Куина. В этой
незапланированной части. Чуть не успел. Шустрые какие-то в этот раз. Прям совсем. Неудобное болото с мостиком. Другие болота будут иными. И я их больше люблю. На 15 предметов мастер Куала. Стараешься, жирочек. Ты идешь по пути гурмана. Я даю тебе это. Спасибо, наставник. Я буду тренироваться дальше. Прямо у нас из рук упорхнула золотая жаба. Я не буду оставлять лягушек, потому что все равно они прекрасно растут, пока я там качаюсь. Иногда, кстати, тут есть вот такой... Да, я хотел показать. Есть абьюз, как можно ловить лягушку очень легко. Вот так вот нажимаете постоянно, и при прыжке он ее ловит. То есть подходите к лягушке, главное, чтобы Квин обежал. Куда бы она ни прыгнула, к вам или туда на соседний камень, если постоянно колбасить кнопку действия, то Квина ловит. Я все хотел этот абьюз показать. И так на любом болоте можно очень быстро все вылавливать. Собственно, все, друзья. Пошел я дальше прокачиваться. У нас там еще есть чем позаниматься. И потом в следующей части мы продолжим наше 100% прохождение. Прожимайте под каждой частью, пожалуйста. Чтобы я просто об этом даже не напоминал.